Да, но у японцев всегда любой лосьон можно использовать еще и в виде маски. Да, это намного в виде маски. Это известная японская маска из лосьона, которую каждая женщина может сделать у себя дома и повысить эффективность ухода при этом. Угу. Поэтому используются вот такие вот пафы есть у японцев. Но можно использовать и ватные диски, можно использовать такие вот нетканные полотенчики. Да? То есть это уже как вы приспособитесь. Угу. Задача какая? Надо пролить диски водичкой немножечко, ну, чтобы просто расход продукта там потом уменьшить, да, и вот лосьончик пропитается, это все. Мы пропитываем лосьоном. Это не надо делать каждый день, да, это там буквально 2-3 раза в неделю, как более интенсивный уход. Мы потом вот эти пафы расслаиваем и укладываем, хотите на все лицо, хотите только на самые сухие участки, требующие особого ухода. Да, вот так вот мы наносим. Вот они прям совсем тоненькие такие. И сколько по времени держать? Стась, недолго, недолго, 2-3 минуты достаточно. Угу. Да? То есть получается, вот мы имеем эффективный уход, но достаточно в короткий срок. А, чтобы не начало это все высыхать, чтобы вот кожа забрала, и на этом процесс остановить. Можно на носик, можно на лобик, это уже как вам захочется. Вот я предлагаю женщинам, даже с теми лосьонами, которые у них есть, такие сделать эксперимент, да, нанести обычным способом, как они это делают. Через ручки и через такое вот немножечко замедление в моменте, да, вот такими вот движениями, не тянущими кожу, и сделать масочку, и посмотреть, как что понравится, как что будет эффективнее работать. Я уже чувствую, как у меня кожа напиталась влагой. Всего лишь два этапа. И, кстати, Ась, спасибо, что ты мне сказала. Между прочим, вот в жаркое время года, когда не хочется очень сильно утяжелять уходом кожу, да, вот, в принципе, достаточно можно остановиться, представляете? То есть вот лосьон дает такое ощущение, что уже произошел полноценный уход. Вот когда жарко, это здорово. А, кто, например, не очень любит на ночь много на себя наносить, да, ну, кожа как-то себя потом на утро не очень хорошо ведет, тоже можно на этом, в принципе, вот сделать очищение и лосьон. Ну, как вариант, то есть здесь прислушиваться к себе, Стась, понимаешь, я всегда за то, чтобы слушать себя и вот понимать, сегодня так, завтра, может быть, что-то больше сделать.